Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Соломон строит храм. И было слово Господа к Соломону, и сказано ему: «Вот ты строишь храм, если ты будешь ходить по уставам моим и поступать по определениям моим, и соблюдать все заповеди мои, поступая по ним, то я исполню на тебе слово мое, которое я сказал Давиду, отцу твоему, и буду жить среди сынов Израилевых, и не оставлю народа моего Израиля». И построил Соломон храм и кончил его. Текст по книге «Библия» в иллюстрациях «Гравюра на дереве» Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.